Ефимию Горюнову 15 лет. Закончил музыкальную школу. С выбором инструмента помогла мама, тоже музыкант. Молодой человек играет на фаготе. Уже год его духовой инструмент звучит в Одинцовском молодежном оркестре. Музыка – это часть меня, это часть моей жизни. Она вдохновляет меня на какие-то на поступки. Музыка для меня очень много значит в этой жизни. В отличие от Ефимия, Мария Бузанова – студентка музыкального колледжа имени Шнитке. Девушка – единственная виолончелистка в коллективе. Признается, эта миссия почетная и ответственная. В свой инструмент влюблена и может говорить о нем бесконечно. Ну, виолончель – это такой инструмент, он благородный, он такой вот мягкий, такой вот бархатный. Вот у него характер, вот он, у него, понимаете, голос приближен к человеческому голосу больше всего. Вот даже не скрипка, даже там не альт, не контрабас, вот именно виолончель. Одинцовский молодежный оркестр вот уже 5 лет дает возможность молодым талантам быть услышанными, не без помощи дирижера. В коллективе 30 музыкантов. К их подбору Дмитрий Михнович всегда подходит ответственно, но с душой. Своих поклонников стараются удивлять разнообразным репертуаром от классики до современных произведений с вокалистами. Есть определенные жесты дирижера, которые музыканты знают, они привыкшие к этим жестам. И таким образом, выучив свою партию, он может отвлечься от нее, играя ее почти наизусть, и, посматривая на дирижера, выполнять то, что он требует, и одновременно вступать. Новую инструментальную программу подготовили вместе с артистами Одинцовского центра культурного развития. Мы играем программу, музыкальный спектакль «Одна у человека мама и родина одна». Она построена на репертуаре Иосифа Кобзона. В нем участвует театр «Лилиум» и наш оркестр. В ближайших планах у виртуозного коллектива сольный концерт. Услышать Одинцовский молодежный оркестр можно будет 8 марта в ДК «Солнечный» в 14:00. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».